Всем привет! Заказал на Озоне такие вот тормоза Оливио. Одна, короче, пара пришла без вот такого вот комплекта. И два болта тут еще было. Вот тут это соединительная трубка, вот это. И два болта не было. Вот одной вот такой для одних тормозов. Но у меня хорошо спереди уже стоят как бы тормоза, поэтому это все вот как бы останется. Там у меня еще есть на запас. Как бы поставлю потом. Вот такая вот звезда для вот этой системы пришла, вот менять надо большие звезды здесь. Вот, и вот такая вот заглушечка здесь между шатунов, и это самое стоит. Тоже, оказывается, в комплекте вот она в пакетике шла, вкручивать надо ее звезду. Вот винт такой, чтобы цепь между шатуном и звездой не застряла. Если перекидка будет, там больше в сторону. Вот, стоило, значит, тут это тормоза стоили 2700 пара. Вот, вот эта звезда стоила 4,90 с доставкой из Питера. В Питере какой-то магазин нашел. Вот, кстати, марка алюминия. Хороший алюминий самый в велосипедах, который применяется в велосипедостроении. И вот такие вот рога заказал тоже. Вот. На руль. Ну, рога недорогие, что-то 600 рублей, по-моему, стоит. Хорошие такие. Ну, блин, правда, увесистый. Вес такой, блин, грамм, наверное, ну, не знаю, 120 надо будет взвесить. Тяжеловатые, конечно. Не знаю, что тут такое можно было. Ну, может, толстый алюминий, может, из-за этого. Вот, все, всем пока.